Всем привет, с вами Анубис, он же Дмитрий Инбу, поэтому добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас в гостях варвар, это не мой аккаунт, это аккаунт подписчика. Я выложил своего варвара, который шотает всех боссов, и мне пишет подписчик, говорит, блин, что за херня, что у тебя такой варвар, почему он не закрывает сотый портал? Вот у меня варвар, вот он закрывает сотый портал. Хочешь, я тебе, говорит, типа, дам, сделаешь на него билд? Я говорю, ну окей, давай попробуем. Поэтому это аккаунт подписчика, и я вам показываю его варвара. Сейчас сам первый раз в него захожу, посмотрим, что он там сделал, какой там парагон, какие умения, попробуем во всем разобраться. Ну, естественно, потестим закрытие сотого портала. Поехали. Ну, давайте сразу перейдем в древо умений, посмотрим, что он здесь распихал и что он нам предлагает здесь изучить, да? Так, ну выпад это стандартно, окей. Молот древних. Понятно. Угу. Ну, соответственно, крики. Классика. Крики, увеличение криков. Здесь он хочет меньше урона получать в состоянии берсерка. То, да, в принципе, окей. Наносит больше урона, например, в области. Угу, нормальная тема. Угу. Прикольно. Ну, в принципе, ну, блин, более-менее все стандартно, да? Практически как у нас билд. С небольшими изменениями. Ну, я ссылку в описании оставлю, там на MaxRoll, да, или на каком-нибудь другом сайте, где это воссоздам. Давайте посмотрим совершенствование, да, сколько у него здесь. У него 5 досок, да. 5 досок. Здесь что мы имеем? Здесь урон от берса мы получаем гораздо больше, да, в состоянии берса. Плохо. Так, здесь это стандартно. Урон противникам вблизи вроде как стандартно выглядит. Потом едем вот сюда, да, в это направление. Здесь мы хотим урон под действием берса. Урон противникам вблизи 8. Вот это неплохо. Минус 8% урона вблизи, это неплохо. Плюс здесь мы, да, еще едем. А, 5 у него все-таки. В смысле, не 5, а 6, да, вот еще одну я не заметил. Это на 1, 2, 3, вот это, скорее всего, 4, да? Похоже на 4. Не-не-не, это финальное, это в самом конце. 4, 5, и потом сюда 6. Ну, давайте посмотрим. Получается, 1, 2 доска, 3 доска, вот 4 доска. Максимум ярости... Максимум ярости. Ну, у него так прям очень плотно по ярости. Урон уязвимым. Ну, уязвимых мы их, понятно, делаем. И сюда он выехал, да? Нет, все-таки вот это последняя доска. Это 6-я, это, скорее всего, 5-я доска. Разве еще менее гордей наносит подавляющий урон? Прикольно вот эти на деф. На деф вот эти прикольные вещи. Максимальный запас здоровья. Ну, неплохо, неплохо. Интересный парагон. Интересно, ничего не могу сказать прям. Но интересно такое сочетание дефа. Урон от свойств булавы, да? Угу. И здесь уязвимым. Понял. Понял. Булава. Ну, правильно, в принципе, добьем вот этим, да, через булаву. Через вот это, соответственно, урон на увеличение булавы, типа, все по кайфу делает. Ну, хорошо, хорошо. Здесь разобрались. Стандартное мастерство владения двуручным топором. Что он сделал по вот этим кровавым штукенциям, да? Вы получаете на 1% меньше урон за каждый 2% достающего здоровья. Ага. Да, ну, окей, ладно. Ну, мы же под укреплением вроде должны, или это типа на случай стрессового урона по тебе. Выносите ближе против. Ну да, это вот. Вот это вот вампирская тема прикольная. Это понятно, это летучие мыши всегда, да? У меня воспринимает. Угу. Убив противника, вы получаете укрепление. Ну, окей, понятно. Понятно. Вот такие вот вампирские умения. Такое мастерство, такие вот парагоны древа умений. Хорошо, здесь понятно. Давайте посмотрим по шмоткам.
Шлем. Это классический шлем. Да, у меня такой же. Броня. Аспект на броню. Урон вблизи. Здоровье. Общая броня. Подавляющий урон двуручная. Окей, понял. То есть ищем броню. Ищем, стараемся задефаться, да? Умение молот древних, крит, урон, скорость атаки, силы воли. Прикольные перчатки, но, конечно, не идеальные. По аспекту. Основное умение с вероятностью 40% продлевает действие эффекта берса. То есть в берсе он наносит гораздо больше урона. Что-то он башкой дергает, интересно. Что это с ним? Ну, это, наверное, вот когда сотые порталы научишься проходить. Вот так вот. Ну, начинается небольшой нервный тик, да? Все-таки. Ну, типа, сотый портал, это, ну, на психике отражается. Ладно, давайте дальше смотреть. Так, перчатки, конечно, можно. Вот сила воли, не знаю, тут сила воли, конечно, и заменить бы на что-нибудь более полезное. Типа, крит урон, подавляющий урон, да. Шорты достаточно стандартные. Их не это самое, ну, ничем не заменить. Красные камни использовать, чтобы увеличить ХП. Пока вы неудержимы, ваша скорость это стандарт, скорость передвижения, сопротивление, сопротивление, сопротивлению. Ну, он здесь, да, вывел сопротивление, потому что, ой, блин, вот это красиво, смотрите, да, на варваре. Все сопротивления в 70, ну, наверное, без них не выжить в сотом портале. Прикольные ботинки, да, чисто на сопротивление, окей. По амулету, амулет это must have, да, конечно, надо такой выбивать, по-другому никак. Кольцо. Кстати, он не использует кольцо, вот это вот уникальное с Варшана, да, он использует другие кольца. Но давайте смотреть, разбираться. Пока действует крик, вы раз в секунду исполняете 4 единицы ярости. Это хорошо. Вероятность крит удара, урон противника вблизи, урон ярость, скорость накопления ресурса. Ну да, ярость и накопление ресурса он выводит в абсолют. То есть он старается везде, где есть вариант, взять эту ярость. Сейчас посмотрим, как это работает в деле, да. Крит, урон, физурон, ресурс, неплохо. Когда вы применяете умение крик, его время восстановления сокращается на, ну, на 2 секунды практически. Вплоть до 6. Прикольно, прикольно. Так, что по булаве, да? Ну, булава стандартная, ко всем характеристикам сила, подавляющая урон, урон уязвимым. Ну, либо можно вблизи заменить, да, но сила и ко всем это must have. За каждую единицу ярости, накапливаемую при максимальном запасе здоровья, урон следующего основного умения повышается на 4%, вплоть до 60%. То есть ты накапливаешь основной, да, подожди, за каждую единицу ярости накапливаю при максимальном. То есть ты накапливаешь, 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 у тебя плюс 60% множитель, бам, по голове ему молотом, плотненько. Здесь, после того, как вы 8 раз меняете, это стандартно, да, только у меня это на двуручке стояло, может быть, видите, здесь, да, ко всем, ну и по свойствам, 30-38 ко всем, характеристикам 65 к силе, подавляющий урон и урон в умении берса, неплохо. Ну, молот древних тоже must have, и тоже ко всем, сила, подавляющий, урон основной, ну, либо опять же там крит урон, урон физ. Вот, ну и он использует меч предков. Но он сказал, если у вас нету меча предков, вы можете поставить вот такую дубину. Тоже с умениями ко всем. Сила, подавляющий, урон вблизи. И здесь запечатлен урон от умения увеличивается вплоть до 38. Ну да, в зависимости от основного уровня ресурса. Окей, ну понятно, мы меч предков будем тестить. Но это мы держим про запас, я так понимаю, это вот замена. И замена тоже, кстати, неплохая, все равно тоже увеличит урон. Ну, конечно же, не так, как меч предков. Да, подавляющий урон. Крит урон, кстати, небольшой, да, он. Крит урон вообще только... А, так смотрите, у него крит урон только с меча предков, да, получается. У него крит урон почти нигде нету, крит урона. У него чисто все в подавляющий. Интересная техника, интересная. Интересно, да, у него нигде практически крит урона нету. У него все подавляющий, подавляющий и ДДФ статы. Ну, это надо тестить. Сейчас пойдем это тестировать. Тут вот портальчики есть. Будем сейчас тестить. Поехали. Так, ну что, я открыл сотый портал. Если честно, не знаю, как он себя будет вести. Так, еще надо привыкнуть. А, ну, тут, в принципе, привыкать-то особо не к чему. Да, 1, 2, 3. А, почему? 1, 2, 3. А, блин, а у меня на QVR... Блин, 1, 2, 3, а как бутылку пить Q? О, блин, ладно. Ну, менять, понятно, я настройки не буду. Попробую сыграть с его настройками. Только у меня раньше это все на автопил... Ладно, все, поехали. Так, это сотый портал, да, друзья? Нихуя себе тут...
Разлетается все так. На базару нет, блин. Пока, конечно, первые впечатления. Так. Первые впечатления достаточно приятные. Блин, я все нажму. Это самое. Чуть-чуть непривычно играть, потому что у меня управление другое. Нихера себе, слушай, вот это, блин, танкует он очень жестко. Я вам так скажу, блин, танчит прям просто капец. Я еще не готов. Просто жесть, вау, вот это интересный билдецкий. Базару нет вообще, сотый портал, просто вообще, блин, на изи. У тебя ни хп, блин, не отнимается, ничего. Капец, нихера себе, вот это урона, блин. Вау. Честно, бля, мне нравится. Реально очень выглядит ни хрена себе, прям как. Выглядит очень сильно. Вы посмотрите прям. Потому что, блин, тут и урона. Я, ну, на криты не смотрю. Ну, что там, он 70, да, там 80 миллионов. Ну, я так понимаю, это не предел. Вау. Я очень приятно удивлен. Очень интересный билд получился, да? Понятно, сейчас современные вот эти бойни Зира и так далее, они... Нам говорят, что надо чуть по-другому собираться, но да, стотые порталы как бы всегда считались, типа, ну, прикольной темой. То есть, это стресс-тест, так сказать, для твоего билда. Опять же, да, не все они собираются под сотый портал, но именно этот. Оп-оп-оп-оп-оп! Ну, хорошо, ладно, но я сам тут виноват, слишком глубоко зашел. Ну еще просто видите, я еще тут, блин, управление для меня неудобно. У меня вот эти все буквы на кьювер. А я не, мне когда надо лечиться, я жму там один. Ну короче, капец, я тут чуть-чуть, ну, видите, не то. Но сейчас, ладно, сейчас все сделаем. Отлично. Ну то есть просто, да, забегаешь в толпу и все шотаешь просто на максималках. Короче, блин, варвар на максималках, да, получился. Очень интересный. До хера жизни, всего до хера. Максимальное снижение, вот это лучше выйти. Вот это лучше выйти, дождаться криков, да. Я, кстати, левой кнопкой вообще почти не пользуюсь. А может быть стоило бы, да, она же там. Да что ж ты будешь делать? Так опять не те кнопки я нажимаю, чтобы подхилиться. Да блин, еще и нос чешется. То есть, короче, играю одной рукой в сотом портале и получается. Ну тут как бы, да, тут сам геймплей достаточно простой. Ты бежишь и прожимаешь райт-клик, крики и райт-клик, и все, в принципе. Все достаточно как бы просто банально и стандартно. То ли дело некроман, да, как на пианино надо клацать. Ну, опять же, не в каждом билде. Здесь достаточно такой как бы лайтой. Блять, что-то нажалось. Блин, вот жестко, конечно, да. Привыкаешь к одному управлению, тебя сажают на другое, ты такой бегом. Это то же самое, как машину. Ты привык водить, у тебя слева сцепление, а тебя слева ставят какой-нибудь газ, блять. А посередине сцепление, а справа тормоз. Я такой, блять, что я тут жму? Что за херня? Вот так же и здесь сейчас. Блин, ну я подлечиться сейчас хотел, а взял, прожал крик. То есть здесь то же самое, как бы, блин, начинается. Ну, это забавно, даже, знаете, вот я как бы там на своем варваре, там на своих там персонажах играю, там и берешь, там делаешь там фулл фокус на них, да что ж ты, уйди ты нахер с этих молний. Делаешь фулл фокус, и не всегда получается все вот так шотать и уничтожать. Ты играешь по факту, блин, ну, с кривой, я не знаю, в кривом билде, ну, для меня кривом, да, он-то не кривой.
он просто, ну, непривычный для меня, и ты, ну, не то даже нажимаешь, и все равно проходишь сотый портал на изи. Ну, мое уважение, на самом деле, билд получился ни хрена себе, что это такое? А что новенькое, да? А что это у него, подожди? А, он на 2, у него 21-е все, базару нет. Пойдемте, будем делать выводы. Ну что ж, вот такой вот получился билд, такой гайд. Спасибо огромное еще раз подписчику с ником DAS. Да, он мне предоставил свой аккаунт, показал, как он собрал своего варвара. Сборка шикарная, выглядит очень интересно. Сотые порталы закрываются вообще просто, ну я не знаю, там, как говорил, так вот в носу ковыряешься, и другой кнопкой там вот так вот, другой рукой там на кнопке нажимаешь, вот так вот закрываются сотые порталы. Не ожидал я такого, не ожидал. То есть вот просто как бы на изичах. Давайте теперь так, давайте, я хочу, чтобы несколько слов сказал сам автор этого варвара, что он вообще, как он этот билд там придумал, или где-то, может, там увидел, как он его там собрал, что ему там в нем нравится, что ему не нравится. Привет, спасибо еще раз тебе за аккаунт, за чара, за интересный билд. Расскажи вообще, как ты его там собирал, какие у тебя по варвару ощущения? Вообще, в целом, я поиграл уже в этом сезоне на всех персонажей. Вот варвар остался самый последний. Вообще, к нему в последнюю очередь пошел. Изначально мне, как сезон вообще, как игра началась, мне варвар просто не нравился. Не знаю почему, ну, не мое. Хотелось что-то такое с магией, там, некромант, все такое. В этом сезоне, да, этот билд вообще, ну, просто какой-то имбовый, не знаю, они его как-то сделали, но очень сильным, потому что весь контент, который в этой игре есть, вот даже сейчас вышло вот это зимнее увядание, как писали разработчики, что это будет тяжело с боссом, но этот босс, он даже ничего не успевает сделать, то есть вот он отлетает просто от тычки. То есть я билд в основном собрал, вот у тебя на канале есть видео, как ты выдаешь по 500-600 миллионов урона, а у меня билд такой больше на деф, то есть на деф и урон. То есть любую активность он закроет вообще спокойно. Тир Зира, вот этот, который я максимум закрывал, это был 9-й, 8-й, не больше. Он дальше уже не идет без этого красного глифа. Это просто невозможно. Ага, в шмотках самое главное, это нужно вот поднять нам характеристики сопротивления. То есть огню, молнии, вот этого всего, это нужно как можно больше поднять. В сапогах нам нужна скорость передвижения и все сопротивления к статам. А самое сложное это найти, как по мне, в этом билде это кольца. Вот единственное, да, у меня в билде предок стоит, но он там особо роли не играет. То есть там можно и без него играть спокойно. И тут всего в билде 3 уникальных шмотки. Ну, просто уникальных. Это шлем Йорица, воля Тиба и лорд-изгнанник. Но эти шмотки, они с тюрика падают просто каждый раз, постоянно. То есть это вообще можно не париться. И поэтому, в принципе, по этому билду все, наверное. Все закрывает. То есть если нужно по всем, все, что есть в игре, все, что ты хочешь пройти, то варвар это может сделать спокойно. Потому что на остальных персонажах ты постоянно чувствуешь какое-то напряжение, смотришь за здоровьем, пытаешься там прыгнуть как-то, уйти там от противника. Здесь нет, просто бежишь напрямую, напролом, все, убиваешь и все. Билд на самом деле очень интересный. Очень занимательный, очень много жизни, много урона. Да, скорее всего, ну не то что скорее всего, а не так много урона, как на, допустим, на моем там билде, где у меня там по 500 миллионов там вылетает. Но автор заверяет, что у него тут тоже там по 300 там лямов, по 200 вылетают криты спокойно. Но в принципе-то этого особо-то и не надо, да, на самом деле. Здесь 70-100 миллионов криты вылетает, этого вполне достаточно, чтобы просто все аннигилировать на своем пути. Во всяких там данжах, там, со всякими боссами и так далее. Поэтому, может быть, и не нужны эти там криты. Зато здесь сколько выживаемости, сколько жизни, сопротивления всем. И ярости 267, и то это без еще, это еще ярость без крика. Жестко, жестко. Прикольно, поэтому, кому понравился, блин, лайк, подписка, комментарий, фуф. Я думаю, есть смысл такой собирать, может быть, даже в новом сезоне брать вот таким вот, начинать билдом. Но тоже, кстати, автор сказал, что и им начинать, лучше начинать другим, а этот уже лучше собирать, когда у вас вот хватает всего аспектов и так далее. Окей, ладно, что, будем на связи, давайте. Как говорится, до встречи на больших экранах, либо на моих стримах.